начала года региональный материнский капитал за рождение первого ребенка получила 4131 семья. На эти цели из бюджета Тюменской области было направлено почти 620 миллионов рублей. Размер регионального капитала на первого ребенка 150 тысяч рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография». Обратиться за назначением капитала родители могут в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Подать заявление можно через региональный портал государственных услуг или обратиться с заявлением через филиалы МФЦ.